Всем привет! Сегодня у нас очень хороший день. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживаете нашего кандидата Владимира Владимировича Путина. Наш кандидат уверенно лидирует, и я не сомневаюсь, мы победим, и эта победа, она очень нужна всем нам. Она нужна нашей стране, она нужна каждому из нас. И мы эту победу никому не отдадим. Не отдадим? Эта победа нужна для того, чтобы наша страна была современной, сильной и независимой. Поэтому наш кандидат - победитель Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Спасибо всем! Кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Никто и ничего. Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть. Российский народ сегодня показал, что такие варианты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут! Мы победили сегодня, и благодаря подавляющей поддержке подавляющего большинства наших избирателей одержали чистую победу. Мы будем работать честно и напряженно. Мы добьемся успехов. И мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России!